Девчонки, купил 3 билета в кино. Круто! Как дойдем? Да, все. Меня брось! Все, он мудак. Да? Мудила. Да, мудила. Слушай, а может сходим куда-нибудь вечером? Давай, я на 5 минут душ и идем. Круто, давай. Ты что, серьезно? А он что? А она? Она? Здравствуйте, а можно пиццу заказать? Уже 3 часа прошло, что ты там делаешь? Бумага закончилась. Локти свои убери. Спасибо. Ты что, мою ручку погрыз? Эй! Ты дурак? Это Петров. Дай списать. Дебил, у тебя другой вариант. Дай списать. Хватит шататься. Это кто сделал? Давай вышкребаем на парте, училка дура. Давай, левее. Училка идет. Ладно, не закапитал. Итак, к доске пойдет... Лера очень хочет к доске пойти. Голубки, а ну расселись. Нет, никто. Вы видели его? Да вы посмотрите, дура какая-то. Алло, может сходим на свидание? Давай, а как я тебя узнаю? Я буду с черным BMW. Привет. О, привет. Круто выглядишь. Спасибо, я почти не красилась. Погода хорошая. Отлично. Вообще тушь нету, да? Тушь хорошая, да. А кем работаешь? А я не работаю. Знаешь, у нас так много общего. Как-то холодно. О, держи куртку. А тебе не холодно? Да, нормально. Ну, вот тут я и живу. А, тут ты живешь, да? Тут и живу. На каком этаже? На 3-м. О, ну, почти как я. А ты на каком? На 17-м. Пока. Пока, всем пока. Богдан! А? Ничего. Лер, я пошел. Ну что, закажем пиццу? Я хочу гавайскую. А я пепперони. Она слишком острая. А твоя гавайская для баб. 4 сыра. Ладно, 4 сыра. Пицца, конечно, неплохая, но в Италии лучше. А ты была в Италии? Нет. А по-моему, у моей мамы вкуснее. Противень целый как сделает. Ты что, бортики не ешь? Вообще больная, что ли? А ты знаешь, что в Италии пиццу едят руками? Си, сеньора, си. Вкусно, да? Вкусно? Вам все понравилось? Да. У нас проходит акция. При покупке 2 пицц, 3-я в подарок. Будь ты проклят. Неси. Так, эту сейчас съедим, а вторую домой заберем. Милый, я беременна. Боже, какое счастье! Слушай, а может показалось?
Ну ничего, я устроюсь еще на 6 работ. А я? А ты будешь счастливой мамой, да. Вер, а точно я отец? Богдан! Да я просто так спросил. На всякий случай, честно. А как позовем? Ну, если мальчик будет... В смысле, если? Слушай, у тебя уже и пузико видно. Богдан, я на второй неделе. Вера, куда ты же за фигурой следишь? Да какая теперь фигура? Ну все, все, успокойся. Богдан, у меня две хорошие новости. С какой начать? Давай с хорошей. Тест был бракованный. Вау! Кэш! А вторая? Я беременна. Мы вам купили самые дешевые цветы. Ой, а мне похрен, я их все равно даже домой не заберу. О. Ребята, в честь Дня Учителя двух последних уроков не будет. Но не потому, что мы хотим вас порадовать, а потому, что учителя заказали ресторан и идут бухать. Домашку я вам задавать не буду, но в понедельник все равно спрошу. Ребята, вы уже 11 класс, так что пойдете вести урок у первоклашек. Нет, пожалуйста, не надо отправлять на ус к этим кровососам, пожалуйста. Так, ребят, разминаемся, делаем, что хотим. Я с утра уже бахнул, я же тоже учитель, что? Слушай, давай всем учителям по цветочку подарим, а классухе реальный букет, чтобы нам с оценками порешало. Точно. Чтобы сдохли. Надеемся, вы поставите им хорошую оценку. Конечно же нет. Это вам. Спасибо, мои дети очень порадуются. Ой, Иванова, за конфеты спасибо, но ты же понимаешь, что я тебе хорошие оценки все равно не поставлю. Да конечно, поэтому в каждую конфету и наплевала. Слушай, так а может и мы тоже это пойдем бухнем? А бабки откуда? А я радакам сказал, что не по 500, а по штуке скидываемся. Осень, учебный год в самом разгаре, поэтому давайте возьмем интервью у старшеклассников. О, а вот и они, можно вас? Скажите, кем вы планируете стать? Я открою свой бизнес. Актрисой. Ваш любимый предмет? Айфон. Физра, там девки так прыгают, у них так хоп-хоп. Скажите, вы любите вашего классного руководителя? Да пошла да она. Да она вообще конченая. Коза. Коза, да. Ребят, вообще-то мы это будем показывать по телевизору. Угу. Тамара Ивановна самая лучшая. Мы вас любим. Будете сегодня вечером употреблять алкоголь? Кто? Ну вы. Когда? Употреблять алкоголь с одноклассниками будете? А? А вам не кажется, что ваша юбка слишком короткая? Тетя, юбочка короткая, а циночки высокие. Ага. И интеллектуальный вопрос. Почему в школу идут именно 1 сентября? Ой, да вы сами не знаете. А вы? Ну, это когда там день рождения этого царя, Ленина. А, да. Будешь бутер? Нет, я после 6 не ем. Ну, да ладно. Спокойной ночи. Вера, блядь, ты же на диете! Да пошла эта диета в жопу! Слушай, а может уже спортом наконец займемся? Хорошая идея, хотела тебе сама предложить. Ну вот. Так, это же мне надо форму купить. Нет, три формы. Одну для фитнеса, вторую для шейпинга, третью купальник. Обувь надо купить. Это прикинь, какие у меня бицепсы будут, а? Да, может, как у Вовы. Какого Вовы? Подпишись на всех фитнес-блогеров, а ты иди. Куда? За протеином. Богдан, а как ты думаешь, сколько мне надо скинуть? Ну, 10 кг. Что? Не сколько, ты худая. Ну все, готово? Да. Когда идем? Завтра. Завтра.